конкурс «Дети читают стихи» Ксения Цыплухина, Москва. Георгий Рублев, памятник. Это было в мае. На рассвете нарастал у стен Рейхстага бой. Девочку немецкую заметил наш солдат на пыльной мостовой. У столба дрожа она стояла, в голубых глазах застыл испуг. Опусти свистящего металла, смерть и мук усеяли вокруг. Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки этой дочь его родную расстрелял. Но тогда в Берлине под обстрелом полз боец и телом заслоня девочку в коротком платье было. Осторожно вынес из огня и, погладив ласковой ладонью, он ее на землю опустил. Говорят, что утром маршал Коля Сталину об этом доложил. Скольким детям возвратили детство, подарили радость и весну рядовые армии советской, люди, победившие войну. И в Берлине в праздничную дату был воздвигнут, чтоб стоять века, памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках. Он стоит как символ нашей славы, как маяк, светящийся во мгле. Это он, солдат моей державы, охраняет мир на всей земле.